Семья – отправная точка в судьбе каждого человека. Сейчас государством уделяется большое внимание развитию демографической политики, укреплению института семьи. В Калязинском районе проводятся образовательные, культурные, спортивные мероприятия, способствующие сплочению и укреплению семьи. Об одной из крепких семей Калязина наш следующий сюжет. Николай Михайлович и Алевтина Ивановна Прибыловы прожили вместе более полувека. Обоим уже за 80 лет. Однако выглядят они молодо, бодро и уверенно. На 32-м году совместной жизни супруги обвенчались. Такое решение принято ими совместно. Партийные билеты лежали в сейфе, а мы пошли в церковь. В этом году семья Прибыловых награждена памятной медалью «За любовь и верность». Награду и подарки от правительства Тверской области Николаю Михайловичу и Алевтине Ивановне вручили в зале торжественных регистраций Калязинского отдела ЗАГС. Как признаются супруги, все их взгляды совпадают на воспитание детей, политику, жизненные принципы. У Прибыловых трое внуков и двое правнуков. На вопрос, как сохранить любовь и верность столько лет, супруги отвечают просто. Вообще доверие. Верить друг другу, вот верить друг другу и все. Кстати, в Калязине по сравнению с прошлым годом зарегистрировано на 20 пар больше. А в самом отделении ЗАГСа созданы все условия для заключения брака. Обновленная мебель, мы сделали небольшой ремонт в фойе. Мы становимся привлекательны не только для жителей Калязинского района, но вот в этом году у нас было несколько кортежей из Москвы, из города Твери. И все пары и гости отмечают нашу благоприятную обстановку и дружелюбное отношение к каждому. Чтобы молодые семьи были крепкими и надежными, большое значение в регионе уделяется связи поколений и примеру старших. Поэтому опыт счастливой семейной жизни, как у Николая Михайловича и Алевтины Ивановны, пример для всех молодых семей Верхневолжья.